Здравствуйте, с вами влог. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. У меня складывается ощущение, что Сырский – это такой специальный как бы, проект, такой вот инструмент для раскручивания залужного, для рекламы залужного, и нужен Сырский. Это не в первый раз. У нас в истории, причем в самой недавней, уже была такая ситуация – Медведчук был лучшей рекламой для Ющенко. Вот он сделал избрание Ющенко президентом просто ну, безальтернативным. Он после вот его вот этой фразы «Ющенко никогда не будет президентом», фактически неизбежность избрания Ющенко президентом э, стала уже безальтернативной. все. То, то есть избрание Ющенко президента стало очевидным э, контраст. Все познается в сравнении. Люди же сравнивают. Вот как они там жили при Ющенко, а потом там жили там при Януковиче, потом при Порошенко, при Зеленском. Есть временные флуктуации, ну как с Черчиллем. Помните, Черчилль тоже э, после. Победы не выбрали президентом. А, да, было замутнение вот в мозгах англичан. Они не разобрались. Это ведь не только украинцы в 2019 году не разобрались. Очень часто не разбирались. Но потом все равно все возвращается назад. Я достаточно давно и плотно нахожусь вот внутри этого гадюшника ну, в смысле, украинской политики, еще с 1999 -го года. И я неоднократно говорил и буду дальше повторять, потому что. Это классика, это абсолютно очевидный вывод, это непреложная истина. У нас успехи всех политических сил, политических проектов, да и всех украинских политиков зыждятся на главном фундаменте. Основа успеха любого политика, партии или проекта – это непроходимая тупость оппонентов. Потому что те, кто попадают во власть, просто тупеют беспредельно. А, а некоторые просто выключают здравый смысл, у них э, вот переворачивается все в голове. И это касается ну, абсолютно всех. То есть Виктор Андреевич уплыл куда-то вот вместе со своими пчелами. Он уже был не с нами. Он был не против нас, но он был не с нами. То есть э, он ушел вот этот вот величественный астрал и жил как хотел. Янукович от нас уплыл. Он с этой своей полежай, он отмежевался, уединился в Межигорье и прекрасно там себе жарил шашлыки, все было хорошо. А, Опять-таки, Кравчук лично мне говорил, что ну, берега потерял и пошел на эти досрочные выборы, где кучма у него выиграл. Кстати, Кучма э, то же самое, он, он, он пребывал в полной уверенности, что если он сумел там поменять конституцию, что он сделал себе пятилетний срок вместо четырехлетнего, у него такой шикарный медведчук и дружба с Путиным, что, ну, собственно, э, он не может не стать опять президентом, ну, вот как бы, ну, как минимум продлиться еще немножко из-за вот этих вот качелей или поставить своего человека, он был уверен, а Порошенко, когда ему говорили, ну, перед выборами 2019 года, что Петро Алексеевич будет беда. Не те мы робимо, Петро Алексеевич, ну, ну, просто нас ждет разгром, потому что вот то, как идет кампания, то, что происходит, отталкивает людей, потому что это будет беда, схамениться. Петр Алексеевич говорил так, этих Этих, все, я больше этих обидеть слушать не хочу, не надо, все, все уберите его, все, все, уберите. И все, кто говорили правду, все, кто говорили, ну, те, кто возвращали в реальность, они были отодвинуты. У Зеленского же точно такая же ситуация. Всех, кто говорил, ну, неприятные, но правдивые вещи, начиная с Богдана, кстати, который, можно сказать, один из приевших Зеленского на банковую, он просто он избавился. И вот на сегодняшний момент, когда я вижу, что происходит в реальной ситуации, я общаюсь с военными, причем в разных званиях, и я понимаю, что к Сырскому нет ну, тех чувств, которые были к Залужному. То, что мне говорят люди, которые в материале, люди, которые ну, хорошо знают, о чем они говорят, они говорили, что Залужный был человеком достаточно открытым и доступным, к нему было легко можно достучаться, то есть буквально через Фейсбук. Вот просто через Facebook, через помощника. Люди озвучивали, что нам вот надо вот то, вот то, вот то, вот то. Озвучивали помощнику, встречались с э -э -э, главнокомандующим, и все очень быстро решалось. Он говорил, ну за моя подпись, Натя. Э -э -э Залужный давал людям проявлять инициативу. Он никогда не требовал, чтобы люди ходили выбритыми, застегнутыми. И почему у вас бордюры не побелены? Вот этого не было. А это очень важно, потому что э, тяжкий камень, вот этот вот, лежащий на душе у всех, э, кто прошел советское военное училище, он снимается годами и очень тяжело. У многих не снимается. И вот сегодня, фактически, мы понимаем по настроениям общества, и это, это легко вычисляется даже не профессионалам, а уж а у Зеленского есть кому вычислить. Они понимают, что отодвинутый залужный в Лондон – это огромный плюс Залужному. Помните, когда Ющенко отравили? И у него вот эти, он с этими жуткими вот этими своими вот этими оспинами на лице вышел на Майдан. Тогда Игорь Грынев, ну, формально я был его помощником в Раде депутата, он сказал, теперь Ющенко неизбежно президент. Все. Теперь его фактически люди, вот, увидев, что с ним сделали, вот отравление сделало ситуацию бесповоротно решающей в пользу Ющенко. Вот точно так же отставка Залужного, она резко рассепарировала эти две вещи. Победы, которые были, ну, изгнание расистов из Херсона, из Харьковской области, с Киевщины, Сумщины, и неудачи. Потому что на сегодняшний момент мы прекрасно видим, что пусть мелкие, но еще нашими войсками отбитые села, опять переходят под контроль противника. Мы видим, что западная помощь по причине совершенно понятной, тотальной коррупции и невозможности контролировать, западная помощь уже совершенно не так приходит. Да, сейчас опять она приходит, спустя полгода, как она была нужна, но отношения к власти меняется не только у западных партнеров которые быстрее чем даже наше население разобрались в чем дело меняется и у нас здесь в украине я уже знаю несколько еще вчера яростных зелебобиков которые отстаивали кричали дайте ему еще 100 дней и это вот вот это не он это его обманывают они уже перестали защищать то есть они впали в такое апатическое состояние, и они, конечно, подбулькивают, да ладно, Порошенко не лучше, но, но если раньше они с пеной у рта доказывали, что Порошенко не лучше, они уже сегодня, ну, как бы признают, нет, ну, он, конечно, не во всем, там, типа, не, ху, не лучше, а вот он, конечно, в чем-то уже все-таки лучше, но мы все равно тогда не могли за кого, а вот все равно, опять, они рассказывают, что не Зеленский хороший, а Порошенко плохой, они уже начинают объяснять, что они вот так поступили, потому что иначе поступить не могли. Короче, сам Порошенко виноват в том, что они так поступили. Но они поступили неправильно, но в том, что мы поступили неправильно, виноват Порошенко, что мы неправильно поступили. И вот эта смена настроений, она же происходит не в десятках, не в сотнях, даже не в тысячах, в сотнях тысяч голов. Поэтому, друзья мои, не забывайте подписываться на мой канал, напишите, что вы думаете по этому поводу. Распространяйте правдивую информацию, потому что у нас украли свободу слова единым марафоном. Лайки, репосты, комментарии, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас не старшавеет.